Всем привет, вы попали на канал Hard Reset Info, и в этом видео я покажу вам, как сделать сброс настроек наушников Honor Magic AirBuds. Так, я только что сам разобрался, как это делается, и это правда работает, поэтому объясняю вам. Открываем кейс, затем ищем кнопочку сзади, вот эту вот, рядом с разъемом Type-C, и зажимаем ее на 10 секунд и смотрим на этот индикатор. Зажимаем, смотрим. Когда он заморгал красным, это значит, что мы сделали сброс настроек, и они автоматически сразу же начинают искать устройство, к которому можно подключиться. На этом все. Если вас интересуют другие видео, связанные с данными наушниками, смотрите их у нас на канале Hard Reset. Также вы можете прочесть информацию на сайте hardreset.info. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и пишите свои комментарии. Всем пока!